Свято собрала разом працовников Гомель Абл Аутотранса усіх поколений. Лепшие специалисты, працовные династии и ветераны тут – головные гости. Повиншовать их с днем автомобилисты и дорожника проехали представники органов влады и предприемств партнеров. От себя лично, от руководства УАО Гомель Абл Аутотранс, хотел бы поздравить сегодня наших работников, всех автомобилистов, которые сегодня приехали на торжественное мероприятие и которые не смогли приехать по причине того, что они должны сегодня выполнять ту работу, которую они выполняют каждый день. Сегодня мы собрались для того, чтобы отметить самых ответственных своих работников, создать людям праздник для того, чтобы они сегодня почувствовали себя не только на работе, а почувствовали себя в центре внимания. История Гомель Абл Аутотранса налічвае больш за 70 гадоў. За гэты час прадпрыемства неаднойчы меняла сваю назву і праходзіла рэарганізацыю. Сёння яно з'яўляецца галоўным у рэгіёне ў справе ажыццяўлення пасажырскіх і грузавых перавозак, у тым ліку міжнародных. У структуры 15 філіялаў, а ў штаце амаль 4,5 тысячы чалавек, 3 тысячы з іх вадзіцелі. Яны абслугоўваюць больш за 700 пасажырскіх маршрутаў і за год паспяваюць праехаць 200 мільёнаў кіламетраў. Лепшым з іх на ўрачыстым мерапрыемстве вручили гоноровые грамоты Министерства транспорта и коммуникации, Гомельского облвыканкама и областного совета депутатов, а так само серебряные и золотые значки предприемства. Усяго больше як 100 узнагород. До речи, высокую оценку их работе дают не только органы улады и керовництва Гомель Абл Аутотранса, але и специалисты Державтоинспекции. Коллектив Гомель Абл Аутотранса – это дружный коллектив, который сплоченный, и ту работу, которую делает этот дружный коллектив, он делает ее качественно и безопасно. От сотрудников Государственной автомобильной инспекции Гомельщины мы все поздравляем коллектив Гомель Абл Аутотранса с наступающим праздником, Днем автомобилиста и дорожника. Подчас урочистой церемонии представники международного зорного каталога передали предприемству сертификат об тем, что одна зорок у сузорьи близнят теперь носит имя Гомель Абл Аутотранс. Ганна Ковалева, Евген Поблавец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель.